Макаренко и Вячеслав из его команды. Tad viņš ir šajā komandā un viņš patreiz darbojās Kauņā. И на данный момент он работает в Каунасе. Un mēs viņu tā kā dabūjam uz šajiem. И мы его сюда достали сюда. Jā, mums bija plānots vēl jau sen atpakaļ, ka viņš noteikti arī viņš darbosies pie mums. И у нас было также запланировано, что он также приедет к нам. Tāpēc, ka mēs gribam uzstāt šīs tiltu starp Kauņu un Ventspili. Поэтому мы хотим этот строить этот мост между Каунасом и Ventspils. Un mēs gribam, lai mūsu pilsētā paliek mazāk tie, kas ir atkarīgi. И мы желаем, чтобы в нашем городе было меньше тех, которые зависимы. Un es tev pateikšu, tu katrs viens, kas šeit sēž. И каждый, кто здесь сидит, tu esi īpašs cilvēks. Ты особенный человек. Lai šajā pilsētā, šajā apkārtnē tas mainītos. Чтобы в этом городе, в этой поместности это менялось. Tu domā, es nekā nevaru. Ты думаешь, я ничего не могу. Jā, tu nevar. Да, ты не можешь. Bet Dievs sūta cilvēku, kas var. Но Бог посылает человека, который может. Un mēs vienkārši dalīsimies ar šīm liecībām. Мы будем делиться этими свидетельствами. Kā uzvar vēlnu? Как побеждаешь дьявола? Kristus asinīm. Кровью Христа, Агнца. Liecības spēku. И силой свидетельства. Un tev vienkārši jāliecina par to, ko tu dzirdēji. И тебе надо свидетельствовать о том, что ты слышал. Ничего не надо. Un jāiedod informāciju, kur var griezties. И надо дать информацию, если куда обратиться, если... Tu esi ticis tādos tīklos. Если ты попался в такие сети. Un katrs, kas dzīvo ar šādiem cilvēkiem, viņš arī ir savā veidā saistīts ar to. И каждый, кто живет с такими зависимыми людьми, он тоже... Un связан. Тебе ir vajadzīgs Dievs. И тебе необходим Бог. Lai ar to cīnītos, ir vajadzīgs Dievs. Чтобы с этим сражаться, необходим Бог. Un es domāju, par to mums pastāstīs Vjačeslavs. Viņš я zina. Думаю, это об этом расскажет нам Вячеслав. Kas jāņem palīgā ir, чего un kā надо ir jācīnās. С собой и как надо сражаться. Lai uzvarētu vēlnu. Чтобы победить дьявола. Спасибо большое, пастор Инесса. Liels paldies, mācītāja Inese. Я очень рад вас всех видеть. Es priecājos jūs visus поздравляю redzēt. Вас с праздником. Apsveicu jūs ar svētkiem. Я знаю, что вы в посту. Zinu, сегодня особенное gavēni. Время. Un šodien ir īpašs laiks. Встреча с Богом – это всегда праздник. Tikšanās ar Dievu vienmēr ir svētki. А когда встреча с Богом, подкрепленная молитвой, постом, bet, kad vēl ir gavēnis это особенное un lūkšanas, время. Tad tas ir это īpaši, особенный праздник. Tas ir īpaši svētki. Я хотел бы наше общение начать с молитвы. Давайте немного помолимся. Зибайте, лай мэс сакам ад лукшену. Отец Небесный, я прошу Тебя в этой молитве. Es лудзу Тев шая лукшена. Благослови, Господь, каждого Sveti человека, кто сегодня пришел. Благослови их сердца, благослови их разум. Sirdis un пусть prātus. Сегодня будет больше Тебя, Отец. Vairāk, пусть будет tevis, больше tevis, Духа Твоего Святого. Vairāk, открой небеса и злейся дождем благословения на каждого человека во имя Иисуса Христа. Призываем любовь Твою, призываем милость Твою. Открывай наш духовный слух, открывай наши сердца. Дай нам быть чуткими к Слову Твоему. Проговаривай, Господь. Runa. Мы хотим слышать Тебя, мы хотим слушать tevi, Тебя, получать tevi от Тебя откровения. No atklāsus, дай нам силы, дай нам мудрости уйти не пустыми, но что-то получить, Господь, lai от Тебя. И чтобы вера Твоя возрастала сегодня в нас, чтобы она укреплялась, и чтобы милость Твоя всегда была с нами. Во имя Иисуса Христа, могущему соблюсти падение и поставить преславу Своей непорочными в радости, великому Богу все скажем аминь. Amen. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Dievam! Я очень рад вас всех видеть. Es ļoti priecājos jūs visus redzēt. Хотел бы представиться. Gribētu ar sevi iepazīstināt. Познакомиться, кто я такой. Я передаю вам привет. Es jums nododu sveicienu. Из Украины, от миссии Дмитрия Макаренко. No Макаренко миссии. Tas ir liels Мне gods, здесь послужить, ka es šeit šodien kalpoju, что-то донести. Un kaut ko varu Ведь nest. Мы христиане, мы ja как kristieši, сосуды, мы чем-то наполняемся. Un ar kaut ko piepildamies. Un mums vienmēr ir jāizlies. Я буду наполняться, но ja если я не буду изливаться, bet ja es neizliešos ar to, ko es esmu saņēmis, вода, которая tad tas būs ūdens, kurš ir sastāvējies. Un sāks smirdēt, un kļūs kā purvā. Я сегодня хотел es поделиться vēlos своими padalīties ar savām atklāsmēm, liecināt jums. Для меня действительно это большая честь. Man tiešām tas ir liels Gods. Спасибо, пастор Инесса, еще Paldies, мацītāja Inesei, vēlreiz. Paldies Dievam. Я хотел рассказать сначала немного о себе. Es vēlos sākumā nedaudz pastāstīt par sevi. Вы знаете, у меня такая жизнь христианская начиналась, Man и меня Бог подводил к себе, наверное, Dievs особенным образом. Я знаю, pie что sevis, у каждого veidā. Свой путь es zinu, Господу. Ir savs у меня тоже свой, Dievam, я хотел бы этим savs. Поделиться. Un es vēlos ar to padalīties. Так жизнь сложилась, что dzīve salikās, я попробовал наркотик еще es помēģināju наркотикас. В
93. Году vēl 93. Gadā pirmo reizi. Я попал в эту зависимость. Es nokļuvu šajā atkarībā. Ну, я не сказать, что я был там неграмотный или где-то из подворотни. Я учился когда-то в институте. Es mācījos institūtā. Я был в порядочной семье, но наркотик когда-то владел. Bet narkotikas это был 93-й год, далёкий 93-й год. Год, так далее. Знаете, мой был призыв Господу, это в 97-м году. 97-й когда мне было 24 года, я был полный расцвета сил. Я помню этот день прекрасно. Когда я пришёл в церковь, я принял покаяние. Pieņēmu grēku no žāli. Я пообещал Богу, что я буду служить тебе. Я увидел эту свободу. Es ieraudzīju šo brīvību, un ziniet, есть такое выражение, наркотик умеет ждать. На самом деле это дьявол умеет ждать. Дьявол умеет ждать, когда мы ослабнем. Дьявол умеет ждать и знает все наши слабые места, когда мы остаемся одни. Почему мы ходим в собрание? Когда мы в единстве, мы не победим. Но я остался в какой-то момент один. Я был еще духом слаб. И наркотик опять завладел мной. Tad, хотя я пообещал Богу, я обещал Богу, я помню этот день, я шел по улице, я говорю, все, Господь, я служу тебе, я увидел этот выход, спустя 4 года зависимости, но я не был верен, я не был верен своему слову, я не был верен своему Богу, и я увидел, почему это все случилось, знаете, понятие верности, это как одно целое. Ты, если должен быть верен Богу, ты должен быть верен своей церкви, служению, пастору. Ты в эту верность должна входить и верность семье своей, верность своим братьям и сестрам, верность себе. И это как одно целое. Если что-то из этого убрать, это уже не будет этого целого. Верность Богу стоит на первом месте. Если ты верен Богу своему, все остальное у тебя будет на своих местах. В слове сказано, ищите прежде Царство Божие, остальное все приложится. Аминь. Если ты будешь искать Бога, все остальное будет на своих местах. Но вы знаете, мы ищем Бога, но иногда ищем как-то сами, без пастора, без служения, без церкви, своими путями, своей самоправедностью. Ar savu paštaisnību. Samoправедность это мерзость. Когда та нелетība Дева. Когда мы ходим в церковь, мы верны своему пастору, верны своим духовным отцам, верны наставникам своим, тем, кто нас научит. Это вторая составляющая, это верность. Третья составляющая это верность своей семье. Та устойчивость своей семье. Мы христиане. Мы спасены. Я знаю, что каждый из вас понимает, что это явный грех изменять своей жене, изменять мужу. Но в слове написано, давайте откроем Библию. Это 1 Тимофею 5:8. 1 Тимофею 5:8. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Bet ja kāds negādā par savējiem un es vairāk par saviem mājas ļaudiem, tad viņš ir aizliedzis ticību un ļaunāks par neticīgu. Un ko saka Dievs mūsu sirdīs? Заключается в том, чтобы мы пеклись о своей семье. Uzticība ir тая, ka mēs rūpējamies par savu ģimeni. Хорошо их оберегать. Tas ir sargāt, barot. Но знаете, самое, мне кажется, главное это думать о их спасении. Tas ir domāt par viņu glābšanu. О спасении своих детей, par savu bērnu glābšanu, о спасении своих матерей, par savu о своих родственниках, может, о тётках, о дядях, о дедушках, бабушках, кто еще жив, думать о их спасении. Зачем благополучие моей семьи, если у меня есть мысль, что они не спасены? Зачем мне это? Мое самое главное призвание и звание и откровение, которое я получил от Бога, что спасусь я и весь мой дом, должно работать. И оно работает, знаете, у Бога всегда есть какие-то условия. Бог не сдаст вам это откровение в свою жизнь, если вы не исполняете его закон. Он говорит, что любящим Бога все содействует ко благу. У него всегда есть условия. Надо любить Бога, надо знать, что вы праведник, входить в твердой уверенности. И вы можете прийти к Богу с дерзновением. Сказать Господь. Сказать Господь. Teik, Dievs, я служу тебе. Я праведник. Пожалуйста. Lūdzu, исполни свое обетование. Piepildi savu apsolību. Если у вас это уверенность, что вы спасены. Ja jums ir šī pārliecība, ka jūs если у вас это уверенность, что вы спасены. Vai jums ir šī через ваше спасение спасется весь ваш дом.
Я продолжу сейчас свое свидетельство. Меня потом Бог призвал спустя 14 лет. 14 гадiem, 14 лет. Я приходил к Богу на протяжении этих 14 лет, но я искал не того. Я приходил в церковь, чтобы, может, братья и сестры помогли мне с работой. Я понимал, что там нет обмана, я понимал, что там любовь. Но я искал не того, я искал благословения. Я не искал Божьего. Я не искал Бога, я искал Божьего. То, что Бог дает. Я искал Его благословение, но я не искал Бога. И вы знаете, когда я пришел к Богу, спустя 14 лет, я пришел 54 килограмма, у меня были поломаны ребра, у меня была пробитая голова, у меня были проблемы с полицией, очень большие проблемы. И я сравниваю, тот, когда я был в 97-м году, и спустя 14 лет, это два разных человека. Я за эти 14 лет столько натворил. Я пришел совершенно проклятый человек. Меня никто не принимал, от меня отказались родители. Меня лишили родительских прав. У меня такая прекрасная дочь. Я жалею об этом времени. Но вы знаете, я увидел, что есть выход. Bet es ieraudzēju, ka ir izeja. Я увидел, что есть выход в Боге. Я так подумал, ну я вроде в жизни попробовал уже все. It kā dzīvē visu esmu pamēģinājis. Все, что не от Бога, ко мне прилипало. Visu, kas no Dieva, tas pielipa man. У дьявола одна задача. Vēlnam ir viens uzdevums. Украсть, убить и погубить. Nomaitāt. И он бы успокоился, когда закрыл бы уже крышку гроба за мной, и я пошел бы в ад. И вы знаете, я увидел этот лик смерти. Я увидел. Я был на грани смерти. И только тогда я пришел к Богу. А знаете почему? Бог приходит на смиренные сердца. Бог приходит на сокрушенные сердца. Я был гордый на протяжении всего этого времени. Я не принимал свидетельства моих братьев и сестер. В том городе, где я жил, у нас около 30 тысяч населения, может даже меньше. А приход в церкви, ну большой, там около 2-3 тысяч. Я не знаю, но очень большая церковь. Это базовая церковь нового поколения в Украине. И я видел, как мои друзья живут в достатке, в здравии, у них в глазах блеск радости, рождаются дети, дом полный достатка. И вы знаете, я не принимал этого, потому что у меня были закрыты глаза, закрыт слух, закрыто сердце. Это дьявол закрыл. Это написано в Слове Божьем. Единственный, кто может открыть мне глаза и открыть мой духовный слух, чтобы я понимал происходящее, это только кровь Иисуса Христа. Когда я пришел в смирение, когда я преклонил колени перед Богом, когда я покаялся, когда я послушался своих наставников, своего духовного отца Дмитрия Макаренко, что он мне говорит, позиции послушания, я стал перед Богом, Господь, твори все новое, ты творец. Я начинаю жизнь с белого листа. Я хочу идти в эту жизнь. Это реабилитация, которую я проходил. Это мой был трамплин. Был скачок во все новое. Творец, если посмотреть в словаре, это создатель. Создатель чего-то нового. Он создает. Это не заменитель. Он не берет старое, где-то подлатает, подошьет и выпускает какой-то товар, который был уже больше. Он может это сделать, конечно. Он творит все новое. Дьявол заменитель. Дьявол берет любовь и дает порнографию. Дьявол берет мир и дает войну. Миру, дает кару. Это все наоборот. Бог делает совсем по-другому. Я понял эти принципы. И я начал читать Библию. Я начал слушать наставников. Я открывал Библию до этого, но я ничего не понимал. И благодаря тому, что я пришел в смирение, я получил благодать. Бог – это многоразличие благодати. Есть благодать спасения, благодать свободы от наркотиков, благодать познания Бога. Это многоразличие благодати. Он приготовил для вас столько благодати, вы даже себе не представляете. Не слышала уха, не видела того глаз, что приготовил Господь любящим его. Вы знаете этот стих? Это записано в Библии. Смотрите, любящим его. Если вы не будете любить Бога, как вы можете получить это откровение и принять свою жизнь? Надо любить его, почитать его, являть ему свою любовь. Я понял это, что это работает, это должно работать и в моей жизни. И самое мое первое свидетельство, это было спустя год реабилитации. Я уже начал служить, я помогать начал братьям своим, сестрам, я начал помогать тем, кто приходит на центр, этим зависимым людям. Какое-то дали мне уже служение. Знаете, я никогда не летал на самолете.
До меня... Я никогда не лидую ар лидмашину. Я сидел в своем городе, кололся, там где-то выезжал, хулиганил, воровал. Загу, дарил, ну, проклятая жизнь. Лиетас, нолада, смотрите, спустя год. Гада, меня послали служить в другой город. Мене сутия калпот уз циту пилсету. И мы летели на самолете из ар лидмашину. Питера там на север и делали no, пересадку в Москве. И в Москве, пилсету, в аэропорту, бия, говорят, Москва, у вас места меняются, вы садитесь из эконом-класса в бизнес-класс. Я лечу в самолете в бизнес-классе, на самых лучших местах. Самая лучшая еда в самолете. И я толкаю своего напарника, говорю, Володя, это только Бог. Это только Господь. Я говорю, еще год назад, меня выгнали из дома, я спал в целлофане, знаете, вот так замотался, es tā ieritinājos, gulēju, и дышал туда, чтобы не было холодно. Un, elpoju, iekšā, это проклятие. Un, майс, я май... сейчас вот говорю вам, я сейчас вам говорю принципы благословения. Un, es jums tagad saku, svētī, Бог берет проклятие, Dievs ņem lāstu, кровью своей un, это проклятие, он превращает в благословение. Это вход в будущее. Tā ir ieeja я nākotnē. Говорю вам силу Иисуса Христа. И это только Бог. То только я всю славу отдаю Ему. Я не своей мудростью этого достиг. Это только Господь. Ветхий Завет, очень много мест, где говорит, что как они не воздали славу Богу. Бог отнимал у них все эти благословения, которые приготавливал для них. Я боялся этого. А страх Божий – это начало мудрости. И мудрость, смотрите, мы мудрость никогда не получим сами. Мудрость мы можем получить только свыше. Мудрость, сходящая свыше. Мудрость спасения своих родных, мудрость спасения своих близких. И я начал это применять, обетование, знаете, на своей семье. Спаслась сначала первая моя мама. Я помню ее глаза, когда она по утрам просыпалась, это были глаза, наполненные слез. И так из день в день, и там постоянно, это была женщина, наполненная горем о мне. Я первый раз увидел глаза счастливой женщины, радость. Она сейчас радуется, ходит в церковь, поклоняется Богу, читает Библию. Мы с ней приезжаем, разбираем стихи. Знаете, это такое благословение. Я увидел благословение на своей дочери. Мы сейчас два часа не можем что попереписываться с ней. Ей сейчас 9 лет, она отличница, слава Богу. И я служу людям, Бог служит мне. Потому что обещание Бога, что прежде всего ищите Царствие Божие, остальное вам все приложится. Все прилагает. Ищите прежде Царствие Божие. Как мы можем искать Бога? Мы можем искать Бога в молитвах, в откровениях, в послушании, своим пасторам, духовным наставникам. Я благодарен. Я очень им благодарен. Как можно быть верен Богу, но не верен своему пастору? Вера от слышания Божьего. Слышание Слова Божьего. Но кто мне это Слово сказал? Мне это Слово сказали люди. Я открывал Библию, я ничего не понимал. Тут я что-то искал, но я ничего не понимал. И только когда на реабилитационном центре, мне благодаря этим урокам, благодаря этому познанию, что меня учили, я начал что-то понимать, я начал что-то разбираться. И вы знаете, когда мой директор реабилитации тогда был Женя Красноперов, он говорил на уроке, ребята, если вы в себя поверите, здесь сидят директора центров, здесь сидят пастора, здесь сидят великие люди Божьи. Я сначала как-то этому не поверил, знаете, потом до меня дошло, а чем я других отличаюсь? Это же говорит он мне, это говорит человек Божий. Действительно, я сейчас вспоминаю, кто со мной был на реабилитации, там сидели пастора. Там сидели Лайк, директора центров. Сидели, слушайте центру, своих наставников. Слушайте пасторов. Слушайте, что они вам пророчествуют. В послушании великая сила. Если я был послушен Богу, послушен Его откровению, но я не был послушен своим наставникам, я бы ничего не добился в этой жизни. Я бы не увидел счастливых слов глаз матери, счастья в своей семье, благословение, которое дает мне Бог. Благословение на тех людях, которые приходят к нам. И я получил это откровение. Дух. Знаете,
Спасешься ты и спасешься весь твой дом. Если мы спасаем свой дом, это наше окружение, это наши братья, сестры. Это ты идешь на работу, вот они. Ты проходишь мимо какого-то человека. Подумай об этом. Если ты начнешь ему проповедовать, и ты спасешь его. Если ты приведешь наркомана или алкоголика на реабилитацию, ты спасаешь весь его дом. Потому что это обетование может работать и на нем. Моя теща и мой тесть, они близко не подпускали меня к себе. Но теперь они просятся, чтобы я за них помолился. Поверьте мне, через мое спасение спасутся все мои родственники. Проклятие может остановиться на мне. И вы останавливаете проклятие на том человеке, за которого вы молитесь, за которого вы ухаживаете, за которого вы поститесь, молитесь, и которого можете привести в церковь, привести на реабилитацию. Реабилитация – это такой трамплин. Я увидел в этом спасение. И я благодарен этому. Сейчас мы служим в городе Каунасе. Мы там открыли реабилитацию, хотим поделиться своим откровением. У нас есть откровение о спасении людей. Наша церковь, наша миссия занимается спасением. Она не занимается оформлением, она занимается спасением. Наша вера жива и действенна. Я не хочу носить за собой веру мертвую. Моя вера должна быть подкреплена делами, плодами. Узнайте darbiem, их по плодам их. Какие ваши плоды? Наши плоды в церкви. Это спасенные люди. Спасенные родные. Аминь. Скажите аминь. Наши родные будут спасены через наше спасение. Через наше откровение. Получите это в духе. Я очень хочу, чтобы вы этим сейчас загорелись. Чтобы огонь Божий сейчас пришел на вас. И те родные, которые сейчас не спасены. Близкие, братья, сестры. Кто-то подумайте. Пускай сейчас в голове у вас плывет этот человек. Мы потом будем молиться. Знаете, мы приехали, я приехал сюда не один, я приехал с Пашей. Это человек сам из Литвы. Встретили на улице. Я хотел бы, чтобы он посвидетельствовал. Мое свидетельство вы слышали. Я хотел бы, чтобы еще посвидетельствовал он, Паша. Здравствуйте, братья и сестры. Labdien, brāļi un māsas. Спасибо за синхронный перевод, супер. Ну что, я не буду проповедовать, хотя я очень хочется. Уже это в течение одного месяца проведенного в реабилитации, это в течение одного месяца встречи с Иисусом, я уже... Уже хочется, излиться, я уже до такой степени заряжен энергией Бога. Что-то произошло с первого дня. Ко мне подошел. Это как происходило? Давайте, наверное, чуть я представлюсь. Меня зовут Павел. Я сам с Сибири. По линии матери оказался в Литве. Вот в Литве уже 12 лет проживаю. Гражданство Литвы. Вот. И... Мне 33 года. Из этих 33 лет я 15 просидел на системе героина. Это тяжелый наркотик. Очень тяжелый наркотик. То есть я не мог без него жить. Я утром просыпаюсь, рядом лежит с рогами такой, ну, сатана. Толкает меня, будет, давай. Идем поворуем, чтобы было легче жить. Пока меня не встретил в декабрьское морозное утро. Пастор Игорь. И он вытянул меня. Не взял за руку, он вытянул меня за уши. Привез в реабилитационный центр. Uz rehabilitācijas centru. Познакомился с Иисусом. Iepazīstināja ar Jēzu. Я уверовал. Es noticēju. Я вам скажу. Un es jums teikšu. О чудесности, о волшебствах Иисуса, о вот невозможных, как бы, сначала, я реалист, да, я когда не потрогаю, я не поверю. Но происходили такие вещи, bet просто... Notika tādas lietas. Меня... Обычно ломки, это очень страшные ломки, так что люди некоторые не выдерживают ломкас, и кончают жизнь самоубийством. Но я этого не чувствую, мне этого не bet было. To, я сразу приехал, я отказался от сигарет, направляясь в центр, я даже не знал, что это грех курить. Я не хотел бросать даже сигареты. Меня не было ни ломок, ничего. Буквально с первого дня я первое семя
этого реабилитационного центра. Я первый человек, я еще там один пока нахожусь, так центра, что есть, пирма, есть, есть места же, если у кого проблема такая. Вот. И просто у меня не было ни ломок, ничего, я отлично себя чувствовал, я бегал, управлялся по дому, и спасибо Иисус, спасибо, что не было мучений. Paldies, ka ir šī mācība un Jēzus. До такой степени заряжен просто, что классно, все супер. Viss вот. Ir ļoti labi. И знаете, еще свидетельство такое, что я много лет просидел везде, сидел Украина, daudz kur cietumā, Литва, Украина, Литва. Испания, Ирландия, Англия, Франция, Англия, Голландия. Холланда. То есть все страны, можно сказать, переездил, var просидел, teikt, но результат один. Украл, выпер в тюрьму, пока вот я не узнал Иисуса, пока я не уверовал в Него. Вот, и Иисус, спасибо тебе, спасибо, что ты вооружил меня, вооружил. Вот я, кстати, вышел с Библии, только без оружия страшно выходить. Это оружие от дьявола, оружие от дьявола. Я вам свидетельствую, что это так, действительно. Я вооружен, я силен. Я силен тем, что я силен тем, что я слаб перед Богом. Я верю в Иисуса, и это так. Да, у меня слабость теперь перед Богом. Это единственная моя слабость. Vienīgais mans vājums tagad ir vājums Dieva priekšā. Спасибо, спасибо, Бог, спасибо. Paldies Tev, Dievs. И спасибо, что также я как бы в доспехах от Бога. Спасибо, что Иисус, что ты меня Paldies Tev, Jēzu, ka tu снабдил защитой. Esi devis ar šo bruņojumu. Меч. Ar zobenu. Щит. Ar обувь. Vairogu, ar apavi. И шлем. Ar да. Бронецепуры. Спасибо за это, наверное, самое главное. То, что как бы шлем защищает голову, мозги. Вот. И, айсарга голову. Хотя еще и тяжело, как бы, я еще не могу сказать. Как тут сказать? Ну, еще тяжело говорить то, что смотрится до языка, мосты разрушены от наркотиков. Runāt, вот, и я как бы увлекаюсь поэзией. И хоть и мало времени было, но просто я вот набросал один стишок, хочу вам прочитать. Баланс идиллии нарушен. Становлюсь все более бездушен. Черствеет взгляд, стареет кожа. Все протокольнее бывает рожа. Да, остаток 90-х мы немного зацепили. Половину из друзей мы уже похоронили. Но нашу память никто не разрушит. Пускай шум с небес придет и тишину нарушит. Во имя Иисуса Христа, Бог мой, молюсь Тебе, и это неспроста. Защити меня, окропи меня своей благодатью, омой мое сердце от дьявола печати. Ведь только за Твоею спиной я непобедим. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Спасибо. Спасибо. Слава Богу! Слава Деву! Вот благодаря таким свидетельствам стоит жить, стоит служить, стоит начинать служение. Да, мы только начали, там буквально там месяца нету, как мы еще открылись. Мы только в доме навели порядок. Но уже звонят люди, уже интересуются, уже приходят на домашние группы. Пришел один парень, ему негде жить, он живет как в рабстве, там у брата у двоюродного своего. Но он пришел на одну домашнюю группу, на вторую. Сейчас мы возьмем его на реабилитацию. Оказывается, он умеет играть на гитаре. Он знает песни прославления. Израдас, он хочет прославлять Бога. Дзиесмас, я хочу вам сказать, что Бог, когда берет проклятие, он превращает его в благословение. Благословение для своей семьи. Благословение для людей. И да, можно задать такой себе вопрос. Кто ты? Ты благословение? Ты благословение для своего народа? Ты благословение для своей земли? Для своей земли? Для своей церкви? Подумайте об этом. Давайте сейчас откроем Библию. Отверсим Библию. От Марка 10 глава. Марка 10 нодаля. Марка 10 глава.
Marka evaņģēlijas 10. Nodaļa. 46 стиха. No 46. Panta. Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Давайте разберем немного этот стих. Смотрите. Хорошо. Un tie nāk uz Jēriku, un viņam ar saviem mācekļiem un daudz ļaudīm no Jērikas izejot Timeja dēls Bartimejs, kāds akls nabaks sēdēja ceļmalā, un izdzirdis, ka tas esot Jēzus no Naceretes, viņš sāka saukt un sacīt: Jēzu, tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Смотрите. Skatieties. Мы каждый можем оказаться на месте этого Вартимея. Mēs katrs varam būt Vartimeja. Ты можешь ходить в церковь. Tu vari iet uz draudzi. И просить милостыни, да, но не люди, от Бога. Можно ходить сюда рядовым прихожанином и просить у Бога, чтобы что-то произошло в твоей жизни, чтобы что-то случилось. Просить милости, это ждать милости от проходящего, это ждать милости. Можно ходить в церковь и быть в состоянии ожидания, ждать, когда Бог откроет свои окна. А можно что-то сделать, как этот Вартимей. Он начал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня», начал взывать, начал кричать, начал призывать. Слепой, который ничего не видит. Так и мы иногда слепые, мы что-то не видим. Мы не видим этих людей, которые пропадают. Мы не видим своих родных. Мы можем кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня, помилуй моих родных, помилуй моих близких, помилуй тех, кто еще не спасен». Можно это все делать. И случаются разные обстоятельства. Дальше я прочитаю. Многие заставляли его молчать. Многие заставляли его молчать. Так и нас заставляют молчать некоторые обстоятельства. Мы иногда стесняемся проповедовать Слово Божие. Мы иногда стесняемся подойти к человеку и сказать: есть спасение, есть выход. Но в Слове Божьем сказано: если вы постесняетесь меня, я постесняюсь вас представить перед Отцом. Не это ли страх Божий? Страх Божий – это начало мудрости. Страх Божий – это начало мудрости. Если вы хотите в чем-то быть мудры, бойтесь Бога. Я знаю одного человека, у него было прекрасное служение. У него уже было там свое радио христианское. У него было служение, где можно было собрать там несколько тысяч человек. И вы знаете, он отошел от Бога, отступил от Бога. Есть такой дух мамоны, да, и он избрал. Я не буду называть его имени. Он заболел раком, и когда пришли к нему в больницу и спросили: почему с тобой это случилось? Ты же так горел, ты же так проповедовал, через тебя люди спасались и приходили к Богу. И знаете, что у нас ведь единственная причина? Я перестал бояться Бога. Я перестал бояться Бога. В послании Иакова сказано: если вы разумеете делать добро и не делаете тому грех. Zināt, ka jādara labs, bet nedarāt, вы разумеете, что надо посеять zināt, семя правды. Вы знаете о истине. Но вы этого не делаете и не говорите. Это грех. Это вменяется грех. Это Новый Завет, но это говорит еще и Старый, Ветхий Завет. Дарība, это говорится в Иезекииле в 4 главе. Если вы знаете, что zināt, надо проповедовать, что надо пойти к человеку, пойти в больницу, пойти в тюрьму, накормить голодного, увидеть в этом человеке Иисуса, и вы этого не делаете. Это кровь снимается с вас, если он умирает. Это страшно, это страх Господень. И благодаря этому страху Господнему к нам приходит мудрость, мудрость спасения. Помните историю про Лазаря? Когда Лазарь питался крошками у богатого со стола, и когда они после суда, богатый пошел в ад, и Лазарь стоял, смотрел на него сверху, и тот кричал: скажи моим родственникам, что есть спасение, скажи моим братьям, что есть спасение, чтобы они не грешили. Давайте вот взглянем глазами Лазаря туда, в преисподнюю. Мы знаем, что мы спасены, мы знаем, что мы спасены, что мы христиане, мы попадем в рай, у нас есть жизнь вечная. Но если вот так мы глянем, потом уже будучи в раю, на тех, кому мы могли проповедовать и не проповедовали, не покажется ли этот рай нам адом? Я когда думаю об этом, мне страшно.
Es, kad par to domāju, man paliek baisi. Pravda, strašno. Man tiešām paliek baisi. Почему мы открываем такие служения? Kāpēc mēs atveram šādā veidā kalpošanas? Те люди, которым много прощено. Kuriem daudz ir piedots. Когда он был наркоманом, kad viņš bija narkomāns, un kad viņš saprata, kad viņš saprata istinu этой жизни, он увидел выход в Боге, ieraudzīja izeju Dievam, у него сердце находится в расположении благодарности, как наша миссия. И те ребята, которые выходят из центра, которые что-то понимают, они становятся дерзновенными служителями. Я знаю очень многих, которые уже мы выпустили, которые стали пастырами. Да что там пастырами? Епископами. Благодаря таким центрам. Это такая библейская школа, это трамплин жизни. Возремните об этом, я призываю вас. Un es aicinu jūs padomāt, kto padomājiet par tiem, из ваших родных, из ваших jūsu tuviniekiem, kas nav glābti. Будем молиться за них. Un mēs lūgsim par будем viņiem. Взывать. Mēs sauksim. Аллилуйя. Я хотел бы, чтобы мы еще открыли Библию, lai mēs и мы потом будем молиться. Bībeli, un tad mēs lūgsim. Filipīciem 3:7. Filipiešiem 3:7. Послание к Филиппийцам 3. Vēstule Filipiešiem 3:7. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Bet kas man bijis ieguvums, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. То, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Ieguvums, to es uzskatīju par zaudējumu. Самое главное, pats galvenais, что я получил от Бога, ko es sapratu no Dieva, это Он ieguvums, поменял мое мышление. Tas ir tas, ka viņš mainīja manu domāšanu. Свобода от наркотиков, это лишь только, что сделал Бог для меня. Наркотикам. Слово говорит, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Neesiet tādi kā šī pasaule, избавление от наркотиков, от алкоголизма, это хорошо. Brīvība no narkotikām un alkohola, Бог поменял мне мозги. Bet Dievs mainīja manu и благодаря измененному мышлению я взглянул на этот мир. Domāšanai. Я увидел краски этого мира. Я увидел настоящий мир. Pasaulē, я увидел, что я могу что-то сделать. Es ieraudzīju, ka es varu izdarīt kaut ko. Я на свои жизни еще не ставлю, не ставлю точку. У меня еще продолжение, многоточие. Я многое могу сделать. Я много успею, многого добьюсь. И здесь сидят такие же люди. Я знаю, что здесь сидят такие же люди. Как мне когда-то говорили, так и я вам сейчас говорю. Спасение наших родных в ваших руках. Спасение братьев, спасение какого-то бомжа, мимо которого проходит, в ваших руках. Проклятие разрушить вы можете благодаря тому, что вы знаете истину, и вы можете ее донести в этот разрушающий мир. Я благодарю Бога. Я благодарю Бога, что Он открыл нам эти двери. Я не хочу их затворять, потому что в Слове сказано, то, что Бог отворяет, никто не может закрыть, если вы сами не повернетесь к Нему. Если вы сами не повернетесь к Нему, вы можете принять сейчас Мое Слово. Можете принять то, что я вам говорю. Подготовить почву своего сердца. Но это семя может быть украдено. Дьявол, лукавый может украсть это семя. Поверьте мне. Ticiet man. И через то, что он ворует это семя, un to, пропадает люди, они идут в ад. Sāklu, cilvēki iet uz elu. Они гибнут. Viņi iet bojā. Я хочу, чтобы вы загорелись. Es vēlos, lai jūs aizdegtos. Я говорил и просил вас, чтобы вы подумали. Es lūdzu, padomājiet. Сейчас подумайте о каком-то человеке. Tagad подумайте par kādu cilvēku. Кто еще не спасен? Kurš vēl nav glābts? Из ваших родных, no jūsu из ваших близких, no jūsu из вашего окружения. No jūsu апкартиям, мы сейчас будем молиться за них. Un tagad mēs lūgsim par мы сейчас будем взывать к Богу, mēs sauksim uz Dievu, чтобы Бог показал, lai Dievs parāda, показал, как к ним подойти, parāda, kā дал pieiet, мудрости и дал смелости gudrību, проповедовать им Слово Божие. Dieva vārdu, пускай ваши сердца будут распахнуты atvērtas, для того, чтобы сеять, lai, сеять, сеять. Lai varētu sēt un sēt. Есть работа человеческая, ir есть работа Божья. Darbs, un ir Dieva наша darbs, работа. Mūsu darbs, наша работа посеять mūsu семя. Darbs ir sēt Божья sāku, работа уже его вытащить. Знаете, те молитвы, которые я произносил еще там 5-4 года назад, не знаю, но они, я смотрю результат этих молитв сейчас. Es redzu šos иногда молишься за человека год, liekas, два, три, не видишь результата, и ты разочаровываешься. Терпение, знаешь, заканчивается. Испытание нашей веры производит терпение. Pārbaudījumi rada как терпеть? Просто терпеть. Kā gaidīt, уповать на Бога. Gaidīt, paļauties uz Dievu. У нас есть Дух Утешитель. Mums ir mierinātāji, мы утешаемся Господом. Mēs mierināmies этим Dievam, Духом. Ar šo garu. Когда Иисус пошел одесную и сел Отца, одесную Отца, тēva, Он оставил Духа rokas, Утешитель. Почему говорится Дух Утешитель? Teikt, он утешит вас в скорби. Tāpēc, он утешит вас в молитве. Он дает вам надежду, дает вам веру.
это дух, tas который был на Иисусе Христе, он в нас, Christus, в каждом из вас. No аминь. Аминь. Подумайте о тех людях. Сейчас будем молиться. Давайте закроем глаза. Подумайте об этом человеке. Представляете его спасенным. Представляете, что он сидит рядом с вами здесь. Что он спасенный человек. Что у него радостные глаза. Отец, мы просим тебя. Открой сейчас и излей свой дождь. Свой дождь на эти сердца. На этот разум. Обой кровью своей святой. Чтобы наша молитва сейчас была услышана через великого ходатая Господа Иисуса Христа. Излей свой дождь благословения и благодати. Дай нам, Господь, сегодня видение о спасении. Дай нам сегодня видение о том, кто еще не спасен. Дай нам дерзновение проповедовать Слово Божие. Дай нам сегодня силы Твоей, дай нам мудрости. В немощи нашей мы сильны, и мы просим Тебя, Господь, подкрепи, покажи, дай дерзновение. Взываем Тебе, великий Бог. Открой окна, покажи нам эти пути. Ты сказал в Слове Своем, я есть путь, истина и жизнь. И благодаря этому пути мы сегодня идем к тому, чтобы Ты вместе с нами вывел наших родных, вывел наших сестер, вывел наших мужей, братьев, жен во имя Иисуса Христа. Спаси, помилуй, великий Бог. Мы знаем, что в Тебе только есть свобода, что в Тебе только есть спасение, что в Тебе только наша будущность во имя Иисуса Христа. Дай, Господь, милости каждому человеку, кто сегодня взывает к Тебе. Мы возносим на руках этой молитвы сегодня к Тебе эту чашу фимиама, которая наполняется каждой молитвой во имя Иисуса Христа. Прими эту чашу, Господь. Увидь нашу нужду. Ты знаешь, Господь, все наши нужды прежде нашего прошлого. И мы приходим к Тебе, Отец, в этой молитве согласия, благодарности, чтобы Ты ответил на нее во имя Иисуса Христа. Прославься через спасение наших близких. Прославься, Господь, через спасение наших родных. Взываем Тебя, великий Бог, во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Отец. Молись на иных. Покажи, Господь, покажи этого человека. Покажи эту сестру или брата. Яви, Отец, милость свою во имя Иисуса. Бресте гадара башаре багадара багадрей. Леба сото гадара башаре багадарарес. Лема сайра багадара леба сада гадарарей. Леба сото гадара багадрей. Леба гадара багадарес ты гадарабрей. О, великий Господь! У Тебя есть могущество благодати. У Тебя есть благословение для нас, которое обогатит нас во всем и печали с собой не принесет. И мы взываем Тебе, великий Бог. Дай нам сегодня сердце чуткое. Дай нам обновленное мышление. Поменяй, Господь, наш разум для того, чтобы через наше спасение спасся весь наш род. Чтобы сегодня остановилось чего-то проклятие. Чтобы сегодня пришла свобода Твоя. Чтобы сегодня явилась истина Твоя. Во имя Иисуса Христа мы не устанем Тебя благодарить, не устанем Тебя славить, не устанем преклоняться перед Тобой, могущему соблюсти падение, поставить пред славой Своей, непорочными в радости, великому Богу, и вся церковь скажет аминь. Аллилуйя. Воздайте славу Творцу. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Вы знаете, по вот этой молитве, которую мы сейчас молились, мы попросили у Господа. Если у вас сердце в состоянии праведности, Бог ответит на эту молитву. Мы просим по воле Его, чтобы Слово было проповедано до края земли. От бомжа до президента. У нас рано или поздно будет христианское правительство. Мы знаем видение пастора Алексея. Я очень хочу, чтобы эта земля была наполнена Духом Святым. Мы будем молиться за эту землю. Мы не зря сюда приехали. Это общение не зря знаю. Я благодарен пастору Инессе за это общение, за это прекрасное время. Я рад, и это для меня великая честь жить на этой земле, проповедовать Слово Божие, что Бог через меня что-то хочет вам донести. Я надеюсь, что я приехал сюда не зря. Спасибо большое. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Иисусу! Paldies. Paldies Dievam par tādiem skaistiem puišiem, vai ne? A Bogu. Es vēl gribu pajautāt. Я ещё хочу спросить у тебя. Varbūt tu esi paguris lūgt. Может быть, ты устал молиться? Varbūt tu esi tā kā vīlies. Может быть, ты уже разочаровался? Tu esi lūdzis, tu esi runājis. Говорил.
Un tev liekas, nu nestrādā tas vārds. И тебе кажется, это не работает. Nu nestrādā, tu pārstāji degt. Не работает, ты перестаёшь гореть. Ты только нелудз вairāk par tiem cilvēkiem. Ты как будто не молишься уже за этих людей. Ты говорю, как исполняемся себе вairāk. Ты больше заботишься, концентрируешься на себе. Так а ты не видишь дзīvu Dievu. Ты не видишь живого Бога. Nu, vismaz tajā, ka es un mans nams, mēs glābsimies. В том принципе, что я и мой дом спасемся. Nu, tas nozīmē, ka viņš teica arī darbā cilvēki, arī это тоже кайни, люди на работе, твои соседи. Es tagad sēdēju un domāju. Я сейчас сидела и думала. Par ko man vajadzētu lūgt? За кого мне еще надо молиться? Tāpēc, ka es tik daudziem esmu runājusi. Потому что я многим уже рассказывала. Mans kristietis ceļš sākas arī 33 gados. И мой путь христианки тоже начался в 33 года. Так а Павел. Так что Павел. Tagad es jau ne, nu jau man ir pareķin. Теперь мне уже. Ну 32 man bija, ka es atnācu tā kā vēl, nu tur. Когда я вернулась, было, ну, 32. Bet tūliņās palika 33. Но сразу стало 33. То же время. Un 25 gadu es jau esmu. И я уже 25 лет. Kas māk rēķināt, kto umieť šitāt? Es esmu laimīgi, ka 25 gadu man pagājuši tā. Я счастлива, что 25 лет у меня прошло. Es esmu studinājusi visiem. Я проповедовала всем. Bija tā, ka es tieši lūdzu šāds te lūkšanas. И я молилась именно такими молитвами. 90. Gadā, 91. 91. 2. Gadu. Es atgriezos 90. Gadā, 26. Novembrī. Я вернулась 26. Ноября 90. Года. Tā bija draudz jaunā paudze pirmā dzimšanas diena. Это была первая день рождения церкви новое поколение. Tajā konferencē. На конференции. Es atdevu savu dzīvi Dievam. Я отдала свою жизнь Богу. Un tajā pašā dienā. И в тот же день. Es pat nezināju to brīdi. Я даже ещё в тот момент не знала. Kad es atbraucu mājās. Но когда я приехала домой. Un iegāju virtuvē. И зашла на кухню. Lai pēc paraduma uzsmētu. Чтобы по привычке курить. Jo es smētāju 8 gadus un 2 paciņas dienā. Kurīlā 8 liet pa 2 pački v dien. Nu, beigās, bet 2 paciņas. В конце это уже было. Un es nevarēju to apstādāt. И я не могла это остановить. Un es iegāju virtuvē. Я зашла на кухню. Tas ir 1990. Gada 27. Novembra dienā. Nu, dienu pēc tam. Это было 27. Ноября 90. Года. Un es jau pastiep roku. Я уже тянусь рукой. Un es jūtu te. И я чувствую. Nesūts, ir tāds sūpas, kas sūts, ne? Это вот гара вета. Tur ir gars. Потому что там есть дух. Pēc tam tu es uzzināju. Это я узнала потом. Un nu. И нету. Es noliku kādu cigaretes. Я отложила в сторону сигареты. Думаю, ja nebūs. И думала, ну если не будет. Tad, tas ir, tad Dievs ir. Тогда Бог есть. Jo pirms tam. Потому что до этого. Es smēķēju pēdējo cigareti. Я курила последнюю сигарету. Saplēs paciņu vakarā. Вечером разорвала пачку. У меня есть характер. Nākamā dienā. И на следующий день. Es eju tā dāmīte jūs. Я опять иду как дама. Plānošanas nodaļas vadītāji. Руководитель отдела планирования. Cepure. Šļāpa. Eju uz autobusu. Иду на автобус. Un ieraugu benčiku. И увидела окурок. Un man filma. И у меня целый фильм. Kā pacelt? Как бы его поднять? Tāda zelī dāma. Такая дама. Un man vajag benčiku. И мне нужен этот окурок. Un es jau jūtu. И я уже чувствую. Kā es darbā. Как я на работе. Kaut kur aiz stūra. Где-то уже за лбом. Jo. Ah. Un cik es biju laimīgi, kad man И как я была счастлива. Brīvības sajūta. Что я получила эту свободу. Ko tā, ko Dieva dēls atbrīvo. Kavo Sin Božie svabadīm. Tas patiesi ir brīvs. Tad istina svabodien. Pēc tam man bija daži sapņi. Потом nu, еще было es atmodos naktī. Несколько снов, я проснулась ночью. Ka es jau smēķēju, tas sapnis tāds, ka es atkal smēķēju. Во сне я уже un опять курю. Un es tā kā jūtu, pat izjūtu. Даже на, un ka es atmodos. И когда я проснулась. Un ka es sapratu, ka tas ir sapnis. Что я поняла, что это был просто. Es piecos, es staigāju pa visu, cik slavu Dievam, slavu Dievam, slavu Dievam, slavu Dievam. Es taču nesmēķēju. Vai, cik labi, ka tas bija tikai sapnis. Это был только сон. Es negribu, kungs, es negribu to vairāk. Я не хочу, Господь, этого больше. Krists asins par maniem. Krists asins par maniem bērniem. Es negribu, lai viņi nekad, es negribu, lai viņi kaut kad paņem to mutē. Когда-то пробовали es negribu, это. Я не хочу этого. Kā man bija? Того, что было у меня.
Visi dara, sāk. Ja načela, kada učilas, все делают, и я тоже. Попробует. Попробуй. Dai mazo pirkstiņu. Dai маленький пальчик. Nu, viss. И все. Pēc kaut kādiem 8 gadiem, 12 dienā. 8 лет уже 2 пачки в день. Dievs ir dzīvs. Но Бог живой. Es gāju vienkārši uz Ventspils, pa Ventspils ielā. Я просто ходила по улицам Ventspils, я молилась похожими молитвами. Dievs. Бог. Но рит, если Dievs dod man cilvēku. Я молилась: Бог, дай мне человека. Dod man cilvēku, kuriem man jāpasaka. Людей, которым я должна это сказать. Jo tu esi dzīvs. Потому что ты живой. Es gribu pateikt kādam. Я хочу кому-нибудь сказать. Es gribu, lai vēl kāds ir brīvs. Я хочу, чтобы ещё кто-то был освободился, не только я, но ещё кто-то. Un es gāju pa ielu. Я шла по улице. Мне было страшно. Святой Дух. Я сказала: Святой Дух, этот? Так и не. Как будто нет. Ох, сила. Нагомай себе. Следующий. Не-не, так и не идёт. Как не чувствую. Трешта, сievет, нак прети. Идёт третья женщина. Es jūtu, man jāiet pie viņas. Мне надо к ней подойти. Ой, man bail. Es nezinu, ko teikt. Я не знаю, что сказать. Стыдно. Un es teiktu, lāt, man jādomā. Я подхожу и думаю. Cik es būšu stulba tagad. Насколько это будет все глупо. Ko es nesaku? Что же я скажу ей? Es neko nedzirdu, kas man jāsaka. Я не знаю, что я должна сказать. Es nesaku, es smējos. Я смеюсь и говорю. Viņa arī sāk smaidīt. Она тоже начинает улыбаться. Ну. Так, 90-м году, когда все было так плохо. В 90-м году, когда все было так плохо. Не знаю, как смайт. И я подхожу и улыбаюсь. Думаю. Я думаю. Ну, я если ты мне то лес дарит, то ты ари отбилот. Иисус, если ты мне говоришь, что надо делать, тогда ты и отвечай. И говорю, Иисус тебя любит. Ты не гриб брал клицу из Ригу. Ты не хочешь поехать со мной в Ригу? Тури лёти интересант драудзе. Там есть очень интересная церковь. Un Dievs man atbrīvo no pīpēšanas. И Господь освободил меня от курения. Un ja tu aizbrauksi, если ты поедешь, то arī tu dabūsi ziedināšanu. Ты тоже получишь исцеление, что-то получишь. Dievs ir dzīvs. Потому что Бог живой. Es to zinu tagad. Я знаю это. Nu, brauksi manim uz Rīgu. Поедешь со мной в Ригу? Pavelti. Бесплатно. Tāpēc, ka es biju gatavs samaksāt. Потому что я была готова заплатить. Nu, brauksim. Nu, поедем. Es tev gaidīšu pēc interviju. Я тебя буду ждать у гостиницы. Tikos un tikos. Восторг. Iedod man savu telefonu. Дай мне свой номер телефона. Es tev pazvanīšu. Я тебе позвоню. Un tā mēs divu nedēļu laikā. И так в течение двух недель. Būtībā tā galvenokārt bijis, kas to darīja. В большинстве это делала именно я. Divu nedēļu laikā es savācu pilnu laziņu. Tas ir 35 cilvēku. Мы собрали 35 людей. Полный автобус. Un vedām uz Rīgu. И отвезли в Ригу. Jo es nemācēju tiem cilvēkiem pateikt, kā lai viņi saņem debesu valstību. Потому что я не умела рассказать, как они могут получить царство небесное. Макаренко, kad stāstīja, ka viņam bija. Макаренко, когда рассказывал. Viņš nezināja, kā to lūkšanu pateikt, to īpašo lūkšanu. Что он не знал, как сказать эту правильную молитву. Bet daudz cilvēku saņem brīvību. Но много людей получили свободу. Citi kaut kur, citās draudzēs kaut kur. Другие в других церквях. Bet no šīs te braukošanas radās dzīvības avots. Но из этих поездок создалась церковь dzīvības avots. Kas ir tepat netālu. Которая здесь неподалёку. Viņi pēc 5 gadiem aizgāja no jaunās paudzes. Но через 5 лет они отделились от нового поколения. Un es paliku jaunā paudze. А я осталась в новом поколении. Un sāk atkal. И начала заново. Sāk atkal. Un es esmu tik daudziem cilvēkiem jau teikusi, visi, kas manā darba vietā strādāja, tur ļoti daudzi kalpo dzīvības avotā patreiz kalpotāji. И многие, которые работали вместе со мной, сейчас они служат в этой церкви. Viņi joprojām kalpo. И они все еще служат. Slava Dievam. И слава Богу. Ja? Bet es ļoti gribētu, lai arī tu izmēģini šo interesanto darbību. Но я бы очень хотела, чтобы ты попробовала это интересное действие. Kad tu sāksi just, kad tev Svētais Gars saka, šim iet klāt. И ты будешь чувствовать, Святой Дух скажет. Там тварь поет горам. Подходи к этому, а этому Bet иди мимо. Noteikti, но к этому, этому точно скажи. Un tā ir tāds адреналин. И это такой адреналин. Kā es pateikšu? Pilnīgi neko nesaprotu, kā lai pasaka. Kas pa cilvēku? Tu nepazīsti. Человек, которого ты не знаешь, что сказать. Ну, или как ты даденьякам саки. Раденьякам. А если то, что ты говоришь родственникам. Если ты дома, man vēl atrad, ka man vēl ir kaut kādi radinieki. Я еще нашла, что у меня еще есть родственники. Viena draudzene man ir. И одна подруга. Kurai es daudz esmu stāstījis. Которой я много рассказывала. Viņa zina, ka es esmu mācītāja. Она знает, что я пастор. Viņai patīk ar mani reizēm parunāt. Ей иногда нравится со мной поговорить. Bet viņa nav glābta. Но она еще не спасена. Un tas tu Vjačeslava atbraukšana, man ir tas tagad. И приезд Вячеслава. Man uzvandīja augšā, ka man tas jādara. Поднял это во мне, что я Lai должна это сделать. Viņu glābjas. Чтобы их дома спаслись. Viņu dzimtas. Чтобы их род спасся.
Un tur vajadzīgs tikai aiziet un runāt mūsu drosmai. И для этого нужна только наша храбрость. Un ja tu neesi, tu esi tā kā apdzisis. А если ты как будто остыл? Šeit Dievs atsūtīs vienu cilvēku. Сюда Бог прислал одного человека. Sveci. Как свечу. Vai aizdedzināt. Чтобы зажечь. Ir kāds, kas ir apdzisuši, kas gribēt degt. Если такие, кто остыли, но ты устал в этих молитвах. Шеет Девс тебе калпа, Девс и шеет. Сегодня Бог здесь, и Он служит тебе. Я тут там не тыц, если тут... ты не веришь этому, вот слегка. Тогда это очень плохо. Дев калпоюма, калпо Девс. Потому что на богослужение служит Бог. Мы с полицем. А мы помогаем. Меч не полицман. Он не помогает мне. Эс полицу, Виня. Я помогаю ему. Эс, эсму, Виня микрофон. Я его микрофон. Viņš ir šeit. И он здесь. Ir tā dziesma. Есть такая Viņš ir песня, šeit. Он здесь. Daigi, var nociedāt šo dziesmu? Viņš ir šeit. Viņš ir šeit. Он здесь, он здесь. Lai ar mani satiktos. Чтобы со мной встретиться. Tu vienreiz solīji, ka tu man nociedāsi vienreiz, ja? Lai šī tā diena. Viņš ir šeit. Viņš ir šeit. Un neko citur. Lai ar tevi satiktos, viņš ir šeit. Tavā priekšā mūsu tēvs, dziļi zemojamies mēs. Slava tev par to, ka tu esi šeit, esi šeit. Tavā priekšā mūsu tēvs, dziļi zemojamies mēs. Slava Tev par to, ka Tu esi šeit. Viņš ir šeit, viņš ir šeit. Lai ar Tevi satiktos, viņš ir šeit. Tavā priekšā mūsu Tevs, dziļi zemojamies mēs. Slava Tev par to, ka Tu esi šeit, esi šeit. Tavā priekšā mūsu Tevs, dziļi zemojamies mēs. Slava Tev par to, ka Tu esi šeit. Tad, kad Tu ienāc kādā dievnamā, Tu vienmēr... Когда Ты входишь в церковь, всегда... Vienmēr atceries šo dziesmu. Вспомни эту песню. Viņš ir šeit. Потому что он здесь. Viņš ir šeit. Он здесь на этом месте. Lai kalpo tev. Чтобы служить тебе. Viņš atsūt cilvēks. И он присылает людей. Lai kalpo tev. Чтобы служить тебе. Un tāpēc es vēlreiz prasu. И потому я спрашиваю ещё раз. Kurš jūtas, ka viņš nedeg? Кто чувствует, что он больше не горит? Viņš tic, bet viņš верит, но не горит. Nāc priekšā. Выйди вперёд. Nevis tāpēc, ka Vjačeslavs uzliks rokas. И Вячеслав возложит руки. Es ticu. Я верю. Viņš iedos uguni. Что он даст огонь. Zin, kā svecis dedzina citas svecis. Знаешь, как свеча другую свечу yeah? зажигает. Viņam nevajag garas lūkšanas. Ему не надо долгих молитв. Viņš dedzina. Он зажигает. Jo viņš tic. Потому что он верит. Ka Dievs viņu izmanto. Что Бог его использует. Un viņš tic. И он верит. Ka ja, ja glābies tu, что tad glābsies viss tavs nams. Kuram nav visi radi vēl atgriezušies. Nācārā. Kuram nav darba vietās. Tev kaimiņos nav. Un tu zini, ka tu vienīgais, ticīgais, esi blakā. Nācārā. Saki, es gribu degt, lai man nebūtu bailes. Jēzus vārdā. Un tu nezini, tu varbūt vēl dabūt arī dziedināšanu. И ты не знаешь, что можешь получить исцеление. Только вот Dievs viņam ir...